Привет, друзья! Вы на канале Просто Детки, и мы продолжаем обзор игры «Съедобная планета». А у нас сегодня 11 уровень впереди, и скоро мы достигнем уже Древнего Египта. Давайте быстренько к нему пройдем. Итак, нам нужно успеть за минуту 24 всех съесть. Но не получается это делать быстро очень. Ай, маленькие. Вот-вот-вот, ай-ай-ай. Уже могу есть таких грызунов. Я не знаю, как быстро здесь нужно все делать, потому что у меня в этой версии вообще ничего не получается. В плане времени, то есть. Пройти, конечно, ничего сложного здесь нет, как бы. Просто кушаешь всех. И в конце концов ты эту миссию пройдешь. А вот получить медальки, это, конечно, сложнее. Когда же я уже смогу кушать эти больших? Ну, пожалуйста. Нет, не могу. Так. Вот-вот-вот. Сейчас я уже должен начать кушать. И это, естественно, уже будет намного легче. Потому что вот эти вот большие, конечно, масса мне добавляет очень много. А только карта какая-то скудная на пищу. Или это я просто так много всего кушаю, что мне кажется мало. Так, вот уже скоро этих больших смогу кушать, буквально еще немного потерпеть. А там, я думаю, только их начинаю кушать и все. Сразу уже конец игры, вон там сверху. Блин. Время. Я уже не успел. Не вложился. Это печалька. Хотя, в принципе... О, я кусты могу уже есть, все. Как только начинаю есть кусты, вы видите, какие они огромные. Ух ты, оказывается, кустов там больше. Ух ты, вот, все. Ну, смотрите, я все-таки получил бронзу. А что учесть... Если учесть, что для меня бронза это классно в этой игре, то, как бы, миссия пройдена тоже нормально. А... Видите, мое время... минута 39... То есть я думаю за минуту 24 здесь реально вложиться, потому что, ну, я немного там где-то опаздывал. Думаю, реально, в общем. Так, а что это у нас? Уровень. Ничего себе, смотрите. 7.32 на золото. Это вообще что за уровень? Я в шоке. Наверное, очень-очень большой уровень. Так. Мне нужно быстренько вначале откушаться, потому что дальше будет легче, как вы знаете. В начале обычно сложно. Опа, паучков могу уже кушать, отлично. А, отпустите меня к паучкам. Так, камушки уже кушаю, хорошо. Вот они, маленькие паучки. Скоро уже больших смогу кушать. Наверное, вообще уже чуть не планету смогу. Или какой-то континент там кушать, потому что реально время очень большое, как бы. Что же? О, ветки, хорошо. И большие пауки, отлично. Там еще какие-то больше пауки ползают. Ничего себе. Слушайте, ну просто... Одни пауки. Так. С такой скоростью, я думаю, я сегодня не дойду до Египта, потому что... О, я уже видели, улитку подвинул даже чуть-чуть. Раньше я в нее уперся, она даже меня не заметила. Ой. Па. Сейчас как бы уже массы у меня хватает, чтобы ее чуть-чуть... Двинуть там с места. Так, камни. Камни это хорошо. О, те бабочки, которые я выложил на экран, ну, на заставку в прошлый раз. Когда я ее кушал. Так. Ай-ай-ай. Ну, блин. Хочу уже эти гусениц кушать. Хочу. Не получается мне пока не кушать. Ну, еще немного, пожалуйста. Что ж ты поделаешь? Вот, наконец-то. Слизнячки эти. И листики уже отлично. Дело пошло. Главное теперь не останавливаться. О, те мухи, которые мне нравились. Классно, когда ты уже встречаешь своих старых знакомых, которых уже кушал в игре. Рацион должен быть полезным, да? Когда ты знаешь, кого ты кушаешь, о, значит... Ты можешь выбирать. Ай, мухи.
Мух пока не могу. Так, слизняки. Буквально от слизняков до мух там буквально должно быть чуть-чуть пройти время. Вот, уже мух могу. Отлично. Это 2 минуты. Что ж там будет через там 7 минут или сколько там времени дается? Там, наверное, уже буду. Не знаю, там какие-то. Даже не могу представить себе, кого я смогу кушать. Вот, отлично. Листики, листики. Бабочки. Нет, не могу бабочек покушать. К сожалению, большому. Опа. Зато уже маленьких бабочек могу. Отлично. Этот уровень очень похож на тот, который в прошлом обзоре был. Прям как две капли воды. Только единственное, тот был в 2 раза короче. А это значит, что здесь у нас намного... Ох ты, уже смог даже этих кушать. Обалдеть. Тут намного... О, тут динозавры бегали, которые мне мешали питаться. Ладно, чтобы меня тут не съели, потому что я уже после прошлой игры, вот этой, которая Dusty Blue, я там боюсь, что меня съедят. Я просто не знаю, может тут такого и нет. Вы видите, он за мной почему-то гоняется. Может, он в меня влюбился, а то этот страус там или кто это. Древний какой-то там. Так, хорошо. Слушай, ну я ж не еда, ты ж меня не съешь, ты ж подавишься мной. Ай, да, видите, он меня не может съесть. Как бы меня съела у него голова меньше, чем моя нога, в общем. Хотя у меня ноги там нету, да? Ну, в общем, у него все меньше. Он никак меня не съест. Так, 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 так. Ну. О, там не могу есть. Отлично. Где этот страус, я его сейчас сам съем. Эй, нет, пока еще... А, могу, вот, я сказал, что могу. Что, бедняжка, не нравится? А что ты за мной лазил? Любовь зла. Опа. О, отлично. Ну же, ой-ой-ой. Кустики. Нет, кустики не могу. Могу вот это вот съесть. А, один скелет могу съесть. Скелет это хорошо. Большие. О, прошло дело, смотрите. Класс. Ой-ой-ой. То, на чем я остановился в прошлый раз, да? Вот, по-моему, тут я съел там кого-то. И все, конец был миссии. А сейчас мы пройдем намного дальше, я так думаю, потому что это только где-то половина миссии. Опа. Ай, этого не могу. А, вот этот, который мешал мне питаться. Слушайте, он мою еду ел. Так, ну ты, друг, конечно, извини, но я скоро за это съем. Оп, отлично. Здорово. Так, ну, где? Это пока не смею, еще рано. Это очень рано. А вот это в самый раз. Ну уже. Красного пока еще не могу. Но это совсем ненадолго. Мне еще парочку каких-то хороших съесть. Я смогу уже есть красных. Так. Отлично. А, пропустите меня. Там куча еды убегает. Ну, синеньких могу? Нет, не могу, к сожалению. Блин, их там слишком много. А большие... Вот, я могу. Отлично. Красных могу, то есть... Все, дело пошло. Уже ближе к финишу. Когда я уже всех подряд ем, то это уже, значит, скоро финиш, да? Все кусты, все динозавры. Опа, успел. Так, эти кусты я пока не могу. Ух ты, как классно. Просто прелесть. Ой-ой-ой. Блин, я не люблю такое мелкое все. Вот это я хотел все выяснить. Помните в прошлый раз? Что вот это такое красное? Я просто в шоке был. Я, ну, не мог понять, что это. Блин. Мне нужно какой-то маленький кустик. А, нету кустика маленьких, я тут застрял. Вот, подождите. Вот, еще пару кустиков. Я смогу все подряд есть. Отлично, наконец-то.
Он просто взял тут время. Пылесос, пылесос, пылесос. Это червяки мелкие тут, да? Ой-ой-ой-ой-ой. А сколько мне здесь нужно всего съесть, чтобы смотрели? Обалдеть. Что-то такое мелкое, я просто не пойму. Может, зря я тут кушаю. Нужно идти в какое-то другое место. Более рыбное. Потому что время уже у меня кончается. То есть нам на золото нужно было 7.45. Видите, пока мне еще этим не пахнет. Я могу это есть, слушайте. А что это, я не знаю. А я не знал, так бы я бы сейчас уже все. Ух ты. Что это вообще, я не пойму. Класс. Типа какая-то... Я даже не знаю, что это, честно. Это магма с вулкана. Отлично. Тут буквально сейчас еще пару камней вот этих. И все, я снова есть все подряд опять. Все, пошло дело. Сейчас вулканы уже съем. Класс. Теперь единственное, что немного долговато это все дело. Ох ты, вулканы я еще пока не могу съесть. Это, я думаю, тоже ненадолго. Да, вот сейчас, скорее всего, я уже съем. Вот, смотрите, получается... Летит метеорит, врезается в нашего этого... Глазастика, или как там его зовут. И что? И его, наверное, переносят... Куда? О, даже бронза, видите? Опять же, потому что я не сориентировался там с этим, с этой магмой, что ее можно есть. Так бы, наверное, было бы серебро как минимум. Так, и получается, что у нас уже современный мир или нет? Давайте еще один уровень я попробую, и как бы, если это не Египет, точнее, то... Нет, это еще не Египет. Обидно. Хотя нет, смотрите, украшения какие-то уже египетские, значит, это уже Египет все-таки. Интересно, я могу это есть? Нет, не могу. Да, египетские скоробеи там разные, египетские там. И так далее. Оп, могу уже есть какие-то вот эти украшения. Так, жуков могу есть, отлично. Я, может, разыграюсь там под последний уровень, я уже смогу проходить все на золото. Потому что пока есть как бы я... С управлением немного тяжеловато на эмуляторе играть. На телефоне там хорошо, пальцем по экрану водишь, как бы все кушаешь. А здесь как бы мне нужно мышкой по экрану водить, как бы. Экран большой, предметы все маленькие очень. О, съел. Соответственно, тяжеловато успевать все это делать. Так, вот тут еще было куча украшений. Мушки, мушки. Ой. Так, отлично. Да, видите, это уже все-таки Египет. После этого теперь сомнений не осталось. Всякие маски фараонов там. И пошло-поехало. Куча всякой всячины. О! Вот такие артефакты уже есть. Отлично. Ям-ями. Ай, не могу. Это... А это могу. Отлично, какие-то банки там. Ай, застрял чуть-чуть. А, это, наверное, не банки, это, наверное, эти глиняные кувшины, да, вот эти древние. Все, здорово. Я уже отхаваюсь очень-очень быстро. Ой, блин. Это что, фараон настоящий? Слушайте... Они не будут за мной гоняться. Мне страшно. Это все для меня слишком большое. Там кот лазит. Раньше были тоже коты, я не знал. Ай, на стол не могу залезть.
Блин, да что ж такое, а? Не знаю даже, что мне скушать. Хочу скушать кота. Кот. Лучше текай. Честно говорю, текай, пока можешь. Yummy. Ага, все, уже не может. Вот, отлично. О, мы уже всех слух съесть. Я честно всех предупреждал. Ай. В угол не мог доехать. Так, эти какие-то стоят такие тумбы большие. О, все. Слушайте, класс, бронза, серебро. Получится первое серебро мое в этой игре. Я же говорю, что я как бы чем дальше, тем лучше в эту игру как бы разбираюсь. И вот, наконец-то у меня первая серебряная медалька. Надеюсь, дальше будет еще лучше, когда-нибудь я получу золотую. А я с вами на сегодня буду прощаться. К сожалению, сегодня прошел 4 уровня, но там был один очень-очень длинный. Поэтому как бы вот так, сегодня 4. А если вы смотрите наше прохождение, оно вам нравится, то поддерживайте это видео и другие своими лайками, пишите комментарии, не забывайте делиться с другими детками. Также подписывайтесь, если вы этого еще не сделали, и не пропускайте наши новинки. Очень скоро новая серия, поэтому оставайтесь с нами, дальше будет только интереснее. Пока-пока, до новых встреч!